Гарько! Аплодисменты! Ну что, дорогие друзья, сейчас судья расскажет нашим бойцам правила, уточнит все остальные нюансы, и мы начнем. А пока что аплодисменты для наших маленьких спортсменов и начинающих наших звезд. Вот. Стоп! Итак, друзья, маленькая заминка, а пока посмотрим, кто болеет, за какого боксера. Итак, аплодисменты, пожалуйста, Раджабу Ванушу! Красная майка, кто болеет за него, болельщики, поддержим! Замечательно! И кто же болеет за Ростова Пагатина? Помним, он в синей майке, вот это рубится уже, ребята! Интересно, какой же это вес, наверное, вообще наилегчайший? Но рубится, дай бог, и очень-очень здорово. Поэтому заслуживает зрительских симпатий и аплодисментов. Стой, правый. Напомню, что раунды у нас идут по полторы минуты. Полторы минуты по три раунда, насколько я помню. Полторы минуты по три раунда для наших маленьких чемпионов и маленьких боксеров. 10 секунд. Остается 10 секунд, подсказывает тренер. Раунд первый. Ну как вам выступление с вами? Итак, поехали. Раунд номер два. Раунд номер два. Посмотрим, тяжело ли будет судьям в этот раз, ведь откровенная рубка идет на нашем ринге. Обмениваются ударами обоюдно, оба спортсмена, никто здесь не хочет уступать. Естественно, такой праздник, нельзя пасть лицом в грязь, как говорится. Итак, все внимание зрителей буквально приковано на ринг. Всем интересно, как же закончится этот поединок. Болеют, мне кажется, они за обоих наших спортсменов, и это здорово. Ведь детский спорт — это очень хорошее направление, особенно в Татарстане и в городе Казани. Хорошо, что он развивается, и это замечательно. Итак, бойцы на ринге стараются, устают. Я думаю, наши зрители тоже не должны уставать. Аплодировать нашим спортсменам. Подарите нашим маленьким начинающим спортсменам немного поддержки. Отлично, дорогие друзья. Вау, вот это, видите, сила поддержки такая была. Это раунд номер два. Поехали. Несколько атак, первую еще одну. Итак, концовочка раунда.
Концовочка раунда, и, конечно же, наши спортсмены стараются выложиться по полной программе специально для вас. Итак, вот эта рубка начинается, и конец раунда. И сейчас все решение только за судьями. Посмотрим, кто же одержал волевую победу в этом раунде. Ждем только записок судей. Выплюни. Вот. Нормально. Итак, единогласным решением судей победу одерживает боец в красной майке Раджабов! Ануш, спортивный клуб «Финн» города Казани. У нас готовится пара номер два. Мадугалов Артур, город Арск, и Раджабов Идрис, спортивный клуб «Финн», город Казань. Вы будете следующими, а готовится пара третья. Кисляков Александр, город Вятские Поляны, и Дружин Илья, спортивный клуб «Диана», город Казань. Готовится пара номер три. Сейчас будет выступать пара номер два.